Добрый день, дорогие тельцы! Вот и закончилось лето. И этим летом многие из вас смогли на себе ощутить, как же действовали на нас негативные аспекты, которые складывались на небе в августе и в июле. И особенно интересными были аспекты Марса и Урана при участии Солнца. Я надеюсь, что вы, дорогие тельцы, все прошли этот коридор затмений с наименьшими потерями. Хотя я знаю очень многих людей, которые очень тяжело переживали этот коридор затмений. Но если вы на себе не почувствовали влияние этого коридора затмений, то все-таки я хочу вас предупредить вначале, что действия этих затмений, они могут влиять на события нашей жизни даже до 6 месяцев спустя после коридора затмений. Стоит отметить, что негативные конфигурации будут формироваться также в сентябре, но уже с участием Марса, Урана и Венеры. И Луна тоже будет достраивать квадраты, являясь триггером событий в сентябре. Итак, дорогие тельцы, большинство из вас проведут сентябрь 2018 года в активной работе. Ну что же, лето закончилось, нам пора возвращаться к своим обязанностям. Тем более, что вы, дорогие тельцы, отличаетесь повышенным чувством долга. Давайте рассмотрим по порядку, что же ожидает вас в сентябре 2018-го. Солнце с начала сентября будет находиться в вашем 5-м доме. А 5-й дом, дорогие тельцы, это дом наших детей, дом развлечений. И это означает, что в сентябре 2018 года вас, дорогие тельцы, ожидает немало любовных приключений. И настроение у вас будет соответствующее, боевое, потому что 5-й дом – это не только дом развлечений, но и дом секса. И когда транзитное солнце проходит по 5-му дому, то у людей усиливается оптимизм. Вы будете желать показать себя с лучшей стороны. Вы захотите быть заметными для остальных людей, значимыми, любимыми. И, конечно же, вы станете более влюбчивыми. Вы сами будете искать романтические приключения. Сентябрь для вас будет временем мимолетных интрижек. У кого-то это будут и любовные авантюры, но у кого-то из вас могут завязаться и серьезные, хотя не совсем обременительные любовные отношения в сентябре. У женщин-тельцов возрастает вероятность зачатия. Тут и жажда удовольствий, жажда приключений. И, наконец, вы захотите выйти, вы захотите посещать разные места развлечения. Это могут быть и стадионы, и аттракционы, ресторан и казино. Тельцы с более высокими духовными потребностями, вы захотите посещать театры, выставки, музеи и другие культурные мероприятия. А если у вас, дорогие тельцы, есть дети, то сентябрь будет очень хорошим временем, чтобы вы могли заняться детьми. Также в этот период для вас будет силен фактор везения, потому что Солнце в 5-м доме. И удачными для вас могут стать, например, спекулятивная деятельность, различные финансовые сделки. И для вас также возрастает шанс выиграть в азартных играх в сентябре. Меркурий также будет находиться в вашем 5-м доме. И Меркурий, он сулит вам в сентябре 2018-го немало интересных встреч с творческими людьми. Как я и говорила, вы будете более активно посещать театры, кино, выставки, музеи, все что угодно, спортивные соревнования, рестораны, разные места развлечений. Вы будете строить и даже проверять разные схемы, которые, как по вашему мнению, могут помочь вам выиграть в лотереи или, например, в какие-то другие азартные игры. Вы будете увлечены, вы будете получать удовольствие от всего, дорогие тельцы, что требует применения вашей эрудиции, вашего интеллекта, вашей сообразительности
И вы начнете охотно участвовать в разного рода розыгрышах или каких-либо акциях. Многие из вас, дорогие тельцы, захотят при таком аспекте повысить свое образование. И для этого вы можете начать обучение в институте или же хотя бы записаться просто на курсы повышения квалификации. И, между прочим, такая инициатива, она будет благосклонно воспринята вашим начальством, обязательно, которое возьмет вас на заметку, когда будет рассматривать, например, кандидатуры на новую должность. И вам, дорогие тельцы, вам уже действительно пора двигаться вперед, и сентябрь будет лучшим месяцем для этого, потому что вы уже определенно переросли свое нынешнее положение. Но прежде, чем в сентябре 2018 года вы начнете думать о каких-либо решительных переменах, доводите до логического конца, дорогие тельцы, все то, что вы начали ранее. В сентябре вам, как никогда, нужно будет поверить в идеал. Вы должны будете посвятить себя какой-либо высшей цели. Или вернуться к своим старым планам, например. И если вы, дорогие тельцы, последуете зову этих импульсов, то и неурядицы, и конфликты, они больше не будут вас угнетать. Вы начнете чувствовать себя прекрасно. С профессиональной точки зрения в сентябре можно многого добиться, если вы не будете ограничивать сами себя. Сейчас в сентябре подует свежий ветер перемен. Так что вам пора ориентироваться на занятия, которые действительно вам подходят, которые вам будут приносить удовольствие. Но это, конечно же, не означает, что вы должны отказаться от всего, что вы делали раньше. Нет. Сентябрь будет очень хорошим временем для того, чтобы вы могли переоценить свой круг общения на работе. Это вы можете приблизить некоторых людей к себе, а отдалиться от других. Хотя это, конечно же, может даже вызвать чью-то враждебность. Но поверьте, все, что будет делаться сейчас в сентябре, станет к лучшему. И нет смысла терять оптимизм, не теряйте уверенность в себе, дорогие тельцы. А когда дело доходит до взаимодействия с вашим начальством или с вашими сослуживцами и даже с конкурентами, то вам в сентябре нужно быть более терпеливыми и более дипломатичными. Скорее всего, что сотрудничество с некоторыми из ваших деловых партнеров в сентябре все-таки будет завершено. Но это будет сделано лишь потому, чтобы уступить место чему-то новому, чему-то более прогрессивному. В отношении финансов сентябрь для вас месяц довольно щедрый, дорогие тельцы. Ваши доходы, они будут расти, но у вас будет расти также соблазн потратить больше, чем вы можете себе позволить. Поэтому будьте внимательны и как бы вам ни хотелось сейчас приобрести некоторые вещи или, например, какие-то предметы домашнего обихода, вам все-таки необходимо подумать, продумайте четкий финансовый план, который будет соответствовать вашим денежным возможностям. Сентябрь будет благоприятен и для тех тельцов, которые хотят флиртовать, которые хотят развлекаться и знакомиться с новыми людьми без обязательств. Солнце и Меркурий будут находиться в вашем пятом доме, в доме любви. И они обещают вам, дорогие тельцы, и романтику, и это будет возможность внести разнообразие в вашу личную жизнь. Но если вы ищете что-то долгосрочное, что-то надежное, то, поверьте, сейчас не время для этого. Венера в сентябре 2018 года будет находиться в вашем седьмом доме, дорогие тельцы. А седьмой дом – это сектор брака, дом дружбы. И вы станете приветливы, общительны. Вы будете искать контактов с другими людьми. И также завязывать новые знакомства. Венера будет подталкивать вас к этому.
Марс, воинственный Марс, 11 сентября, дорогие тельцы, перейдет в ваш 10-й дом. А 10-й дом – это дом успехов, дом карьеры. И практически вся ваша энергия будет направлена на работу. Вы будете стремиться достигать личной цели. Марс будет подталкивать вас к этому. И при Марсе в 10-м доме вы можете много чего добиться. И можете достичь даже неплохих результатов, дорогие тельцы. Потому что Марс, когда проходит по нашему 10-му дому, он делает нас более смелыми. Вы станете решительными, целеустремленными. У вас появится возможность проявить себя в деле и показать, наконец-то, свои способности. Также Марс сделает вас более честолюбивыми. Вы будете стремиться стать первыми, первыми везде. Вы захотите захватить ведущие позиции. Вы будете способны рискнуть в этот период и поставить на карту все ради достижения своей цели, дорогие тельцы. Препятствия, они не будут смущать вас. Марс будет помогать вам. Они будут вас только больше подзадаривать. В это время, дорогие тельцы, вам, например, на работе могут дать ответственное поручение, а кому-то из вас даже предложить новую и более высокую должность. В любом случае, в период прохождения Марса по 10-му дому вам придется много работать. Будьте готовы к этому. Вы будете работать, забывая обо всем, кроме вашей вожделенной цели. А вот для женщин-тельцов такая позиция Марса в 10-м доме, она может показывать вам, что в вашей жизни может появиться авторитетный и деловой мужчина. Венера в сентябре 2018 года будет находиться в вашем 7-м доме. А 7-й дом, дорогие тельцы, это сектор брака, сектор дружбы. И Венера сделает вас приветливыми, она сделает вас общительными. Вы будете искать контактов с другими людьми, вы будете завязывать новые знакомства. И по Венере вы начнете просто притягивать к себе внимание, своей такой обходительностью, своим дружелюбием, дорогие тельцы. Венера посодействует вам, и в этот период обязательно увеличится ваша популярность. Люди просто сами будут симпатизировать вам. Они будут проявлять благосклонность к вам, будут интересоваться вашими делами. И это очень хорошее время для тех тельцов, которые занимаются рекламой, которые заняты в продвижении своих интересов, которые хотят завоевать симпатии и обрести новые связи. Пользуйтесь этим. Венера может вовлечь вас в общественную деятельность, либо заставить вас вращаться в свете. И все это будет доставлять вам удовольствие, дорогие тельцы. В любом случае, в это время, пока Венера будет находиться в вашем 7-м доме, вы будете больше находиться на людях, чтобы вы не упустили возможность найти слушателей. Вы будете заинтересовывать людей своими проектами. Вы можете сделать этих людей своими союзниками, а также это хорошее время, чтобы привлечь инвесторов. Также в этот период, дорогие тельцы, устанавливается очень хорошее взаимопонимание с вашим брачным партнером. Пользуйтесь этим временем. И если у вас такового нет еще, то именно сейчас одно из знакомств, оно может оказаться знаковым и через какое-то время перерасти в серьезные отношения. И если вы решите заключить брак в это время, то такие браки обычно заключаются по любви при Венере. Но если все-таки ничего такого у вас в сентябре не предвидится, то все равно это период для вас, период встреч, период интрижек, легкого флирта, любовных связей и партнерства во всех его видах. Те тельцы, которые состоят в неофициальных отношениях, ожидайте в сентябре различных всевозможных сюрпризов. И некоторые из них окажутся для вас очень приятными, ну а некоторые
такими горько-сладкими. Возможно, что ваш любимый человек сейчас начнет настаивать на официальном оформлении ваших отношений. Или, например, скажет, что он хочет переехать к вам. Хотя вы, конечно, не будете против этого, но вы все равно еще сейчас не будете чувствовать такой внутренней готовности для принятия таких ответственных решений. Кому-то из вас, дорогие тельцы, могут вернуться старые проблемы, и может проясниться такой ряд обстоятельств, из-за которых у вас возникнут сомнения в верности вашего партнера. И даже сомнения в вашем совместном будущем. Что касается женатых и замужних тельцов, то сентябрь 2018 года вы будете выяснять, кто же из вас является боссом дома. И кроме того, этот первый месяц осени, он проверит вашу способность, дорогие тельцы, помогать друг другу. Например, если ваш супруг слишком занят развитием своей карьеры, и вы захотите оказать ему поддержку, и вы можете взять на себя ряд повседневных обязанностей в семье, во второй половине сентября вы, дорогие тельцы, будете иметь дело с серией событий, с новой информацией. И вот эта информация и эти события, они заставят вас пересмотреть те правила, на основании которых вы ведете себя в браке, в вашей семье. И переговоры с вашей лучшей половиной, дорогие тельцы, будут не совсем приятными. Хотя, конечно же, вы все-таки сможете достичь некоторого подобия соглашения к окончанию сентября. 25 сентября 2018 года состоится полнолуние в вашем 12-м доме. 12-й дом – это самый сложный дом для нашего понимания. 12-й дом, он отвечает за все скрытое, за то, что недоступно нам. Он показывает козни и происки наших закулисных врагов, например. Он показывает и отвечает за лишения, за болезни. И также 12-й дом называют домом кармы, которую необходимо проработать. И вот полнолуние, оно активизирует ваш 12-й дом. Оно активизирует какую-то из этих тем, дорогие тельцы. Возможно, что кому-то из вас придется столкнуться с какими-то тайнами или загадками, например. И если вы начнете пытаться, будете искать способы их разрешения, и кто-то из вас даже может начать искать поиск истины. Кто-то из вас, дорогие тельцы, может столкнуться с мистикой. Это тоже 12-й дом. Но также это будет очень хорошим временем, чтобы вы могли где-нибудь отдохнуть, чтобы вы могли уединиться, восстановить силы и какое-то время не работать. Если у вас есть возможность уединиться, возможно, помедитируйте. Но обязательно постарайтесь посвятить это время себе, дорогие тельцы. Что касается вашего здоровья, то со здоровьем у вас в сентябре не ожидается проблем. Единственной проблемой, как ни странно, конечно, для вас может стать ослабленный иммунитет. И хотя какие-то серьезные заболевания вам пока не грозят, все-таки вам нужно перейти на здоровое питание, дорогие тельцы, на питание, которое богатое витаминами. Также это будет благоприятным временем для контактов с медициной. Вы можете обратиться к докторам, вы можете начинать курс лечения. Сентябрь – хорошее время для всех оздоровительных процедур и для тех процедур, которые связаны с вашей красотой, с уходом за вашей внешностью. Пользуйтесь этим. Предостережение для вас, дорогие тельцы. Вы должны быть в сентябре более осмотрительны в поездках, особенно в последнюю декаду сентября. И совет вам, дорогие тельцы, на сентябрь 2018 года. Сентябрь для вас, дорогие тельцы, будет временем, чтобы вы приняли важное решение.
и постарайтесь не сопротивляться переменам, дорогие тельцы. Удачи вам!